Маркер подстрял. Очищение. Будет ли скачок? Исцеление. Хорошо было давно. Первая кровь бластер. Подкидывание от босса. Красной. Хороший шанс. Сестер, что делает? Он троих совершенно подкидывает. Инстанта. Разваливаются все жесты. Пух пока еще живет. У босса очень мало здоровья. Скачок делает за ним. Будет играть по боссу. Но он промахивается нет, вкусом зимы. Что Эдвард почему-то так промахнулся. Но сейчас... Очищение, играет в него Кира еще. Старшор не чувствует Бластер урона. Просто убивает. Но Бластер всех. Просто разорвал всех. Старшор Варюга! У Халпента килл сейчас. Сейчас будет смайт 50 на 50. Даймонд Прокс идет. Не забирает. Он один хранитель сейчас еще и свой продаст. Ударная волна мимо. Если бы попало, здесь бы Эдвард 100% умирал. Даймонд Прокс пытается очистить, но его оглушают. И он ультует. Кого же босса? Пытается выйти. Неплохо выходит. Разворот! Кира может сейчас дать телепорт. Сашор дает телепорт, забирают в этот момент босса. Будет играть. Пролом идет по троим. Играют дальше. Минус один, минус два. И как же забайтились на Даймонд Прокса. У гамбитов, что пока не сказывается в общем и целом, но изнурение идет по пуху. Пытается в него играть. Кстати, сейчас Эдвард. Эдвард может пуха назад выпнуть. Он выплевывает. И Бластик в него играет. Это первая кровь для Бластика. Сняли стенопряки, хорошие будут. Отлично идет по маркеру. Это минус маркер. Даймонд выживает. Старшор в гуще событий. Один против троих. Сражается, и Эдвард спасает его. И в итоге одно убийство для себя заработали гамбиты. Это два вышку, и джасты сейчас будут чейзить, попробуют убить Эдварда. Скачка у него нет. Со скачка играет стажер по пуху, еще одна автоатака. Еще и под иссурением играет, забирает его. Стажер никто забрать не может. Это еще и минус маркер. Это минус жести. Пару автоатак. А там и пачка скоро подойдет. И какой Бластер хороший бачок. Это минус маркер инстантно от бочки Даймонд Прокса. И пух пытается настрелить, но стажер 1-4. Просто проходит, разваливает всех, танкует весь урон. И здесь гамбиты уже будут заканчивать игру. К сожалению, не угадал ни одного дракона Дмитрий. Но это не важно, потому что гамбиты оформляют красивую победу. 3-0, как и предсказывали наши аналитики. 15 тысяч золота преимущества. 18-2 счет.